Всем привет! Сегодня мы приготовим жареные молоки зубатки. Возьмем 800 грамм молок, немножечко посолим, поперчим и перемешаем их. Обмакиваем молоки в муку и выкладываем на сковородку на разогретое масло. Масло будет, конечно, очень сильно брызгать, поэтому немного крышечкой прикрывайте. Обжариваем молоки с двух сторон до золотистого цвета. Они получаются плотные, вкусные, нежные. Очень похожи на рыбу. Приятного вам аппетита!